Мяу-мяу. Лиска-киска на связи. Всем привет! Как у вас дела? Расскажите. Как видно, как слышно. Почему переехала? Да здесь просто кровать удобнее, на самом-то деле. Просто кровать комфортнее. Привет, салам. Салам. Что значит салам? Балам. Это приветствие чьё? Ребята, ну я же специально для вас сняла сторисы о том, как я сделала кудряшки. Элизабет Красопед. Моя любимая рубрика и ваша. Подскажешь, как повязку повязать, чтобы кудри получились? В смысле, там такая повязка, которая она на резинке идет. Вы просто надеваете вот на голову, вот так вот, чтобы она была. И берете по прядке, вот такой примерно. И закручиваем назад, обворачиваем вот эту повязочку. Это по-кавказски. А зачем здороваетесь со мной по-кавказски, если я русская? Ребят, знаете, у меня к вам есть серьезная просьба. Очень серьезная. Вы отнеситесь к этому с пониманием. С полной ответственностью, пожалуйста. Отныне называйте меня, пожалуйста, Элизабет все. Хорошо? Для меня это реально важно. Называйте меня Элизабет. Элизабет, мне нравится просто больше. Я только проснулась, сходила с Персом погулять, зашли в зоомагазин, купили ему корм. Сейчас лежу, вот сидела до этого. И хочу съездить позавтракать. Вот хотела вас спросить, куда лучше. Кто из Москвы, посоветуйте мне, пожалуйста, куда съездить, Элизабет, покушать. Сейчас как-то слово-то. Ладно, хотела сумничать, не получилось. Забыла слово. Сейчас буду сидеть вспоминать. Это вообще. Зачем я хочу сказать слово, которое я не помню, потом сижу его еще вспоминаю, мучаю свой мозг. Вообще. Ладно, неважно. Когда в Новокузнецк? Еще не планирую. Я вот думаю все полететь на Новый год в Хельсинки. В Хельсинки. В Финляндию, потому что там Дед Мороз. Кто-нибудь был на Новый год в Финляндии? Расскажите, вам понравилось или как? Ну, хоть и как-то может не понравиться, там же сказка. Это же не Россия. Кто куда вообще летит? Или едет на Новый год? Где вообще отмечаете? И, кстати, по поводу завтрака, не забудьте. Подскажите мне, куда съездить. Где тут есть какое-нибудь грандиозное, феерическое место, которое меня просто удивит. В Дубай собирайся. Зачем мне Дубай? Мне там не очень нравится. Не, ну там классненько, но это же не новогодняя такая сказка. Это не новогодний город. Тем более одной в Новый год в Дубай. Не то подумаете, люди, не то. Говорят, в Германии очень круто, особенно Рождество. Мне один знакомый говорил, что он ездил в Германию, в Берлин на Новый год, и там было отвратительно. Поэтому я хочу вот прям к Деду Морозу. Какой марки комбез спортивный? Серый с розовым.
Не поняла, про какой вы говорите костюм. Приезжаю в Баку. Ну, в Баку. А что мне в Баку делать? Какие упражнения нельзя делать для талии, чтобы не стало широко? Качать боковые косые мышцы с весом. Вообще этого нельзя делать. Лиз, у тебя нет подруги? В смысле, у меня есть подруга. Ну, просто у меня подруги, у них как бы план на Новый год, они заняты, и половина из них с парнями, половина из них в Москве. Я в Москве не очень хочу. Я вообще не знаю, говорю, куда-нибудь хочу прям, или в Швейцарию, или в Финляндию, куда-нибудь там. В Сочи на горнолыжке круто, в Новый год, реально. К маме едь. Ну, к маме тоже было прикольно, но там скучно. Ну, Кузнецке. Про бреки ты не ответила, чего я не это? Я не видела вопрос. По-моему, тебе очень скучно. Я жду, пока моя подруга проснется. И, может быть, мы с ней поедем на завтрак. Блин, я походу не выспалась, я не скучно мне. Вот. Если она не поедет, я поеду одна. Когда на море, не знаю. Ой, слеза потекла. Ой, слеза течет по щечке. Вверх, вниз. Ты будешь Новый год одна? Я не знаю. Ну, в смысле, ну, без отношений явно, я думаю, да, конечно, без парня. Да, без парня буду. Не так отлично. Где подруга Лиля? Лиля, у нее свои там дела, заботы. Не хочет она со мной видеться, она на меня, видимо, обижена. Не знаю. Я могу ли кашу только на завтрак, если буду добавлять еще что-либо. С чего взяли, чтобы потолстеть? Если вы будете в дефиците, вы хоть булки ешьте, нифига вы не потолстеете. Хоть шоколадом эти калории набирайте суточные, вы не потолстеете. Ну, качество тела, конечно, подпортится, но вы не потолстеете. Мышцы сольете. Какие планы на сегодня? На сегодня, я не знаю, я сегодня хочу сначала съездить позавтракать, потом... Я, наверное, пойду на какую-нибудь выставку схожу. А, может быть, еще поплавать в зал. Короче, что захочется, то я буду делать, что по кайфу будет. Сходила бы в кино, может. Сколько времени сейчас? 11:12. Про брекеты. На верхнюю часть и на нижнюю ставили. Сколько стоит? Больно ли ставить? Просто я боюсь ставить. Короче, на нижнюю и на верхнюю, да, поставили, но как ты считаешь, приклеивать к зубам что-либо, это больно? Эти брекеты, я же в сторис выкладывала, как их устанавливают. Их просто наклеивают на зуб, и все, и вставляют потом в них железный прутик, который тянет ваши зубы и выравнивает их. Забирай маму и уезжайте в Финляндию. У меня у мамы нет, к сожалению, визы шенгенской. О, мама вот как раз подъехала. Привет. И паспорт ей нужно загран менять. Мам, давай загран меняй и сделаем тебе визу и поедем куда-нибудь отдыхать. Когда замуж? Не знаю, как вот получится. Как Бог распорядится и судьба. Мне не втерпёшь. Лиза, какое образование? Я учусь на вышке.
Да, лучше одной, чем в непонятном настроении с парнем. Не, ну, с парнем мне тоже было нормально. У меня все... Ну, как бы я такой человек, я не негативщик, я не пессимист. У меня всегда нормальное, хорошее настроение. Я не негативлю без повода, как бы я умею себя контролировать. Но просто бывали такие моменты очень-очень неприятные. Очень нехорошие, которые все-таки заставляли меня волноваться, переживать, нервничать, тратить свою энергию жизненную на вот непонятные какие-то события и не на хорошие эмоции. Не сняла себе квартиру, потому что тетушка домосис позовет обратно. Я и домосиса жила с подругой. Мне так больше нравится. Мне так комфортнее, мне так уютнее, мне лучше жить с подругой. Какие жанры фильмов ты любишь? Я люблю комедии, я люблю детективы иногда, какие-нибудь триллеры. Вот. Но ужасы я не люблю. Можешь со мной встретиться? Нет. Как вам такой ответ? Солнечная долина на Урале тоже круто. Это горнолыжный курорт. Ну, я загуглю. Спасибо за наводку. Какие-то матершинницы вылезли. Залезьте обратно, спрячьтесь, выйдите отсюда. Не раздражайте меня. Так около метро сейчас... А, ты около какого метро сейчас живешь? Бауманская? Какие книги посоветуешь? Я читаю психологию. Мне кажется, прежде всего нужно познать себя, людей, которые нас окружают, и тогда жизнь вообще изменится кардинально. И потом можно уже читать книжки для развлечения. И то так себе, на самом деле, занятия. Приезжаю в Одессу на Новый год. Блин, мне кажется, Украина тоже не самое лучшее место для того, чтобы там встречать Новый год. А то еще, типа говоря, знаете, как встретишь Новый год, ты его проведешь. Придется остаться в Украине. Я ни на кого не обижена. Вы откуда берете вообще все это? Почему придумываете? Сидите там. Вам скучно? Объясните, вам скучно вас развеселить, чтобы вы не придумали всякую чушь. Ну, хотя мне вообще по барабану, так что можете придумывать, можете книгу написать. Лиза и Массис. Трехтомник. Привет, привет всем, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Приезжал еще ко мне в Дубай. Вообще офигенные, конечно, люди. Завалили мне предложениями, но они неадекватные. Почему тебя мужчины не любят? Меня никто не любит. Вы сами-то верите в то, что говорите. Любимая книга из психологии мне очень понравилась. Хочу и буду Лабковского. Мне очень нравится, во-первых, трансерфинг реальности, потому что это реально... о том,
что в нашей жизни работает. А потом НЛП для женщин, по-моему, так называется. Просто НЛП, потом думай как мужчина, что-то поступай как женщина, вот такие вот, брак без ссор, ну вот такое вот я читаю, понимаете, да. О, проснулись, мои дорогие. Выглядите очень расстроенные, выгляжу очень спокойной, просто, я просто еще вот такая вот спокойная, не проснувшаяся девушка. В общем, я не грустная, мне весело, вы что, прикалываетесь? Бедный Самсон, что-то его с утра очень расстроило. Короче, я думаю, что это не очень приятно вам слушать, поэтому я поехала завтракать и позже выйду еще в прямой эфир. Всех обожаю, очень-очень-очень люблю вас, все. Запомните, Элизабет, Элизабет, никаких больше лизочков и так далее, Элизабет.